В Армении не прекращаются попытки найти виновников в собственных проблемах. У армян широкий ареал поиска. Сначала Азербайджан, Турция, Пакистан, а также мнимые террористы, затем Россия, а теперь очередь дошла и до Европейского Союза. Найдя новую мишень для всей армянской ненависти, в Ереване всем народом направились к представительству ЕС в Армении. Причиной своих бед армяне увидели в после ЕС Андреа Викторин. Никто так не навредил общечеловеческим и европейским ценностям в Армении, как посол ЕС в Армении Андреа Викторин. ЕС в последнее время проводит очень плохую политику в Армении, назначая людей здесь послами, после чего отправляет их на пенсию. Ни предыдущий посол не был чем-то одним, ни этот посол не был чем-то другим. Госпожа посол, почему вы засовываете свой язык? Почему не говорите, что бренд Армении — демократия? Нет, дорогие соотечественники, с болью и горечью могу сказать, что после июня 2021 года армянский бренд в мире — это унижение, позор, лишение достоинства, а посол служит исключительно интересам капитулировавшей власти в нашей стране. Госпожа посол, вы не изменитесь, вам нечего делать в Армении. Это собрание не против европейских ценностей, это собрание для защиты европейских ценностей от вас. Потому что я знаю о вашей предыдущей деятельности, вы были послом в Беларуси. А вас говорят, что с Лукашенко вы тоже нашли общий язык. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.